А вот мужская сборная по кёрлингу, к сожалению, болельщиков победой не порадовала. Наша команда играла круговой этап с командой Швейцарии. Россияне отчаянно боролись за победные очки, то и дело меняя стратегию игры. Но уже после пятого энда лидерство захватили соперники и смогли удержать его до конца матча. Итоговый счет 8-5. По словам кёрлингиста Романа Галушко, российский уровень подготовки и уровень швейцарцев примерно одинаковые. Но удача в этот раз повернулась к соперникам. Отмечу, что это третье поражение нашей сборной из 4 сыгранных турниров. Днем ранее россияне играли с национальной командой Канады, и в упорной борьбе нашим удалось победить. И, по словам спортсмена, возможно, именно этот триумф и сказался на исходе матча со швейцарцами. Мне кажется, вчера мы отдали все силы на встречу с канадцами. Сегодня успокоились, играли уверенно. Ну, видимо, не...